Всем привет, друзья! С вами Светлана, и сегодня мы с вами отправляемся в Анапу за получением доставки. В общем, я заказала доставку первую 7 марта в честь 8 марта. Ну, в общем, вы знаете, на подарочки там все такое. Ну, решила я заказать в Орифлейм, потому что, ну, в принципе, когда-то пользовалась, захотела вновь попробовать что-то оттуда. Заказала себе, маме своей, Татьяне Николаевне, и все, отправила доставку в выдаче Пикпоинт. Написано было, что ожидаемое время доставки и дата поставки – это 10 марта, то есть еще вчера. Но уже сегодня 11 марта, и доставки все так же нет. Второй заказ я уже делала чисто для себя, ну, вспомнила, так сказать, былое, выбрала там свои любимые духи, которые раньше, в принципе, пользовалась и любила их, и там еще по мелочи заказала, в общем, отправила второй заказ. Но мне посоветовали, собственно, заказать через пункт выдачи уже Орифлейм, то есть не через постамат Пикпоинт, а через пункт выдачи. Ну, собственно, я это сделала, причем доставка в Пикпоинт в первом заказе вышла 250 рублей. Доставка вот в пункт выдачи уже сервисного обслуживания Орифлейм составила 160 рублей, то есть разница еще в 90 рублей, но мой второй заказ, который я положила себе в корзину 8 марта, вот уже в Анапе, и в 9 утра мне пришло смс, что мой заказ уже доставлен. Я вот сейчас еду за вторым заказом. При этом мой первый заказ до сих пор еще, ну, я не знаю, где он путешествует. Я звонила в Пикпоинт, их по горячей линии в обслуживание. Они сказали, что, в принципе, курьер в Анапе будет доставлять до 8 вечера, ожидайте доставку. Я просто расстроена, потому что подарки я ожидала, что хотя бы 10-го придут. Ведь 8 марта уже прошло, а подарки все так же я еще не подарила. Мне вот только из-за этого обидно и неприятно. Так что будьте аккуратны, и я думаю, что распакую, так и быть, что я там заказала себе на 8 марта. Может быть, вам будет интересно. Может быть, будем тестировать что-то оттуда. В общем, я еще не знаю, как это будет выглядеть, но во всяком случае заказываю для себя, не для продажи, не для чего-то там еще. Просто захотелось перейти, скажем так, с магнитовского, да, в масс-маркета, ну, на Орифлейм. В принципе, там то, чем я пользуюсь постоянно каждый день, есть и в Орифлейм. Просто попробую хотя бы. Я не говорю, что я буду всегда пользоваться только Орифлейм, и вообще это глупости какие-то. Все равно уйти от масс-маркета полностью не получится, но попробовать, мне кажется, тоже интересно. В общем, буду вам рассказывать об этом. Буду честно рассказывать, потому что мне за рекламу не платят. Все, что я покупала за свой счет, поэтому нет смысла говорить какие-то там лестные слова, если это по факту не будет являться тем, чем оно является на самом деле. Все, я приехала. Здесь находится Орифлейм. Адрес Супсевское шоссе 26/6. И вот сюда, в пункт выдачи 35/37, можно заказывать смело вашу доставочку. 35/37, вот как я и сказала, здесь можно получить. Еще можно я покажу, что здесь можно протестировать есть. Много продукции. Да, вот он, стеллаж тут. Помады, да, всякие. Да. Вот резиночки, заколочки. Карандашики, туши. О, вот она, краска. Hair X. Я говорила, 18 оттенков, по-моему, на сайте сейчас можно заказать вообще любой цвет. Что тут у них ювелирного? Из чего они? У них идет напыление розового золота, натуральный камень. Часы с кристаллами Сваровски. О, даже так? Да, очень классно. Японский механизм у них идет. И очки, которые мы сегодня получили. Да, вот, кстати, их видела в каталоге в новом, но еще не видела вживую. Очень стильно смотрится. Могу принять. Давай, на тебе. Слушай, ну прикольно, еще добавить вообще, сюда оно сумку. Оно смотрится вообще классно. Мне очень понравилось. У тебя же там тоже очки есть, по-моему. Да, на мне тоже очки. Это вторые. Другой уже, другая модель. Тоже, да, у нас в Орифлейме можно. Это тоже ювелирная коллекция. Чего себе. Ой, вот такую перчатку я видела, это вот для массажера. Да, это массажная перчатка, очень классная. Вообще прелесть. В общем, сейчас новинка вот идет для... Она в этом каталоге, кстати, вот эта вот новинка для сухих стоп. Очень крутая штука, она сразу размягчает моментально, и кутикулу размягчает вокруг ногтей, и пяточки мягенькие становятся. В общем, круто. Сейчас на нее идет скидка, она по 299, а так она 540 будет стоить. Поэтому... Ну, то есть, если, например, на топтыш или что-то можно помазать? Да, моментально будет сразу размягчать. Вообще серия вот Fetup идет серенькая, она вся экспресс-помощь для ног.
Вот она моя коробка. Я не знаю еще, как это все выглядеть будет, потому что я заказывала через интернет, не видя это вживую. Так что сейчас будет для меня большой сюрприз, и я думаю, вам тоже будет интересно. А Оля, в общем, как наш самый главный эксперт и опытный человек в этом деле. В общем, я буду доставать, а Оля будет, наверное, рассказывать, чтобы вам было понятнее. Я поделюсь информацией. Что я там заказала? А, это вот что у нас такое? Это накладная? Это накладная, да. Тут самое главное пакет, который они дают за 3 рубля, по-моему, или за 9 рублей. Да. А два пакета. Один, по-моему, бесплатный, другой там. Да, ну, когда большой заказ, всегда вкладывается пакетик обязательно. Мало ли, кому-то я еще заказала, не только себе, чтобы красивым пакетиком. Пакетики наши биоразлагаемые, то есть не несут вреда абсолютно окружающей среде. Да, и все каталоги, вся бумага, которую использует компания, она из вторичного сырья. То, что появилось, по-моему, вообще впервые. Да, это новинка, туалетная вода. Она свежая. У нас есть тесты, если хочешь, вот возьми вот на стоечке. Вот, у нас есть тестер. Очень приятный аромат, летний такой, нежный. Вы можете их заказывать. Они сейчас очень-очень под доступным ценам. Очень модный флакон, дизайн. И удобно, в принципе, носить его с собой. А это больше свежий. Это свежий. Еще будет зелененький, но в следующем каталоге. Вот смотрите, какой я в себе взяла. То есть он, по идее, там. Не знаю, такой он или не такой. В общем, протестирую, пока распаковывать не буду. Мало ли, вдруг представится возможность, у кого-то в ближайшие дни рождения будут, с удовольствием, я думаю, подарить можно. Отличный подарок будет. Мне кажется, да, и упаковка, кстати, интересная, красивая. О, рассказывай, что это я себе заказала. Это у нас идет гель, пенка для умывания, для жирной комбинированной кожи. Отличное средство, прекрасно идет, очищает вашу кожу, не пересушивая, контролирует сальный баланс и также увлажняет ее. Это прекрасный вот вариант для сухой, для комбинированной кожи. Обязательно используйте после умывания тоник. Вообще используйте комплекс. Почему? Потому что эффект комплекса дает 75% улучшения состояния кожи. Если вы используете что-то одно, допустим, крем или очищающий гель или тоник, то всего вы получите 25%. Вот я почему-то серию мне захотела. Ты заказала еще ночной крем. Прекрасно. Еще что заказала? Вот здесь у нас шли какие-то бустеры по акции. Бустер. Смотри, вот этот бустер, мы его добавляем буквально капельку. Берем крем с горошинку, порцию, да, наносим на руку, добавляем каплю бустера. Он здесь такой пипеточная у него форма идет. Вот это для жирной кожи комбинированной. Добавляем каплю в крем, размешиваем, да, и наносим на лицо. Это защита, да. Вот. Его можно использовать вместо дневного крема, либо поверх дневного крема. У него степень защиты 30, SPF 30. Вот. Я на лето брала как это раз. Это крутейшее средство. Ну, до лета, ну, я хочу уже сказать, что нашим это солнцем уже это нужно сейчас. Уже сейчас использовать, да, потому да. что пигментация моментально будет. Сейчас очень сильные лучи, поэтому используй его. Ты также можешь бустер добавлять сюда. Угу. Если так. жирная кожа, то добавляешь. Если не жирная, тогда вот этот бустер не пройдет, если кожа не жирная. Если то есть жирная, мне не кому-нибудь, в общем, можно его подарить. Он очень сильный, он сильно просто матирует кожу. А, еще и без того очень сухую, сильно, да? Да. Я когда тестировала их, он прям сразу такой матирующий. Если у вас жирная кожа, то можно. Если у вас, как у если меня, сухая, то или нет. Да, для комбинированной, в принципе, наверное, можно. Да. Вот. И еще смотри, какой крем. Вот это сыворотка у тебя. Это сыворотка увлажняющая. Она шикарная. Да, это вот то, это что для тебе меня. Нужно. Да, это твоя находка. Ты ее используешь после тоника. Угу. Сначала умылась, нанесла тоник. Тоником обязательно обрабатываем лицо, потому что все ороговевшие клеточки, они не умываются гелем. Угу. Надо обязательно тоником проходить. Потом после сыворотки используешь крем. День или ночь. Не важно, да, надо запомнить, крем. Ребят, в какой последовательности. Потому что я вот этот, в общем, я пока не трогаю, потому что это не твое. Может быть, у мамы моей второй вот такой тип кожи, поэтому по-любому. А может, летом будет сильное выделение у нас обычно. Кстати, здесь. Летом, да. Да. Вот летом можно вообще спасаться. Чуть-чуть нанесла. Так что нет, не отдам никому. Подождем лето и все. Весь тон. Так, это у нас уже получается 6, да, вот этих кремов. Да, вот это комплекс у тебя получается. Я честно скажу, почему я взяла бустер, потому что там при покупке, по-моему, вот этого крема. Любого крема из Optimals. Да. Любого крема вам бустер. Смотри, я, получается, по-моему, заказала сначала ночной, к нему шел этот бустер, и потом, получается, я заказала сыворотку.
сыворотку, а вот бустер я, по-моему... А может быть еще есть? Ребят, тут еще столько всего, поэтому посмотрим. Смотри, что я CC-крем заказала. CC-крем, да, это крутейший крем тоже. Он идет с осветляющим эффектом, солнцезащитным фактором SPF 20. У него такой эффект немножко тональный. Ну вот если сравнивать BB и CC-крем, вообще они как альтернатива. Запечатанные не покажу, да. Они запечатанные. То есть чуть-чуть с таким потом. CC-крем. Вообще CC-крем и BB-крем – это уникальное средство для лета. Вот, правда. Потому что вот я не хочу для лета вы прям легко наносите, и оно... И вы чуть-чуть заматировали кожу, и выглядите красоткой всегда. К слову о BB-креме. BB-крем. Вот этот крем я вообще обожаю на самом деле. У него хоть и доступная цена, очень доступная, потому что он там в районе 170, что ли, рублей. Да, вот это вот с консультантской ценой, естественно. Вот, вот этот крем, он очень нежный, очень мягкий. Он ложится вот просто как крем. Но он хорошо выравнивает тон кожи. То есть вместо тональной основы, если легкое, летом вообще можно запустить. Он даже и зимой прекрасно подходит. Я его очень люблю, мне нравится. Я его оценила на все 100%. Так, ну еще смотри, духи Tenderly Promise, они у меня шли, по-моему, как бесплатная доставка, если я не ошибаюсь, к этому заказу. Да, у нас можно указать продукт из предложенных вместо доставки, чтобы не оплачивать доставку и получить. Да. Вот такой продукт. Ну, как, там можно выбирать, там на самом деле. То есть, в принципе, я могла бы заплатить просто 160 рублей, но выбрала вот такие духи. Они не очень дорогие, поэтому как бы по финансам это не ударило. Они сладко-свежие, вот на лето это хорошо. Но подарок это очень. Ну, мне кажется, да, классно. Тоже красивый упаковка. Раньше этот парфюм у нас шел 1000 рублей где-то. 800 тысяч. Поэтому даже если вы подарите кому-то, это будет очень приятно. О, еще одно. Это у нас пенка для умывания. Вот. Вот эта серия у нас идет Optimals для против пигментации. Она защищает кожу как раз. Но вот к этой серии я всегда рекомендую обязательно брать тоник, потому что именно в тонике... А тоник не такой? Да, нет, другой? Именно вот этой серии. Потому что в тонике этой серии, которая защищает нашу кожу от пигментных пятен, там содержится кислота, кислоты. Они как раз оказывают осветляющий эффект на кожу. Плюс защита от пигментации, от ультрафиолета. Я неспроста у Ольги спрашиваю, что к чему и как, потому что я, так говорю, давно не пользовалась и просто захотела. Мне, знаешь, у меня была цель купить гель для умывания, вот этот, допустим, да, я выбрала серию, которая мне там подошла для комбинированной моей кожи. Там же есть для разных, и для сухой, и для жирной вот кожи. Вот, потом, естественно, тоник, я без тоника, в принципе, не умываюсь после геля. А уже вот эти вот крема, просто потому что у меня кожа в зимний период от ветров наших анапских, она постоянно сухой становится, и прямо ее хочется увлажнять. А летом это наоборот, да. Потому что здесь такой парниковый эффект, когда летом ходишь, все течет с тебя, ни макияж нормально не сделать, ничего, почему я BB взяла крем, потому что я не могу, у меня тональная основа, она скатывается к концу дня и выглядит это подшиво. Естественно будет. Ужасно выглядит, поэтому решила вот сразу взять, я думаю, что и до лета я успею все израсходовать, потому что, по крайней мере, вот этот крем, мне кажется, он меня уже даже с апреля спасать начнет. Потому что у нас-то уже солнце, вы видели, в марте 31 градус был какой, поэтому решила заказать заранее. Так, здесь сейчас пойдет, по-моему, декоративно. Вижу у тебя вон ту, другую штучку. Ладно, покажу сначала. Это помада. Помада вот эта. Матирующая. Да, это матирующая кремовая помада. Она наносится очень легко, очень мягко. Она хорошо держится на губах. Но моя рекомендация, губки должны быть обработаны, они должны быть увлажнены. У нас есть смягчающие средства. Если у тебя есть, то это будет прекрасно. В первом, наверное, заказе все-таки. Да, такой небольшой бочоночек. Угу. Он весь на воске, там ни одного нету, ни одной капли воды. А. Именно это восковое смягчающее средство универсально. Мы им увлажняем губки всегда. Потом, наносим помаду. Абсолютно любую помаду мы наносим. Всегда перед нанесением используем воск именно. Вот. Что-то у меня в руках увидела, аж захотела это вырвать, рассказывать, что-то там такое. Это палетка, девочки. Это такая крутая. Вот этой палеткой мы можем делать прям и дневной макияж, и контур лица. Здесь на обратной стороне прям расписано по зонам, все очень удобно. Но так как мы умельцы такие хорошие, освежаем глазки светлым тоном под бровку, розовый тон наносим на нижнее веко, складочку делаем именно коричневым, угу. Тогда у вас
эффект. Смоки айс. У вас не смоки, у вас получается естественный макияж, и как будто на вас его нет. Но взгляд такой становится свежий-свежий, очень круто смотрится. То есть естественно не убивает, да, да, макияж? Да, контур мы делаем по щечкам, ну, по скулам, куда там лоб, носик обязательно. Светленький также мы вверх прорабатываем, наносим Т-зону. И уже румяна добавляем. Есть, да, да, схема есть. Это очень легкая палитра, классная, крутая, универсальная. Летом легкий макияж можно как раз делать. Не возьмите ее с собой, и все, больше можно макияжа не складывать. Тушь не забыть еще. Это было тоже по акции. Ну, вот просто вот я же это у нас идут тени мусс. Да, гелевые такие вот. Они прям классные. Если откроешь, очень можно открыть. Получится. Они очень крутые сами по себе, по составу. Они мерцают, они стойкие. Они прям... О, правда. Я же прям даже да, слегка... Да, они наносятся, и вот там чуть-чуть достаточно наносишь. Угу. Видно или нет? Оно прям блестит, получается. Вот как у меня есть темные такие сейчас. Оно сильно... Оно прям блестит. Вот то есть главное не переборщить. Вообще. А то если сделаете ярко, будет вот так. Прям голубые. Давай. Ну, это, я так понимаю, твоя любимая новиночка. Да. Твоя. Не, не новинка, это прям легенда. Ну, это, да, это, наверное, уже... Культовая. Меня еще не было в Арифлейм. А я была 10 лет назад, когда эта туалетная вода уже вовсю продавалась. На самом деле, это любимый аромат многих поклонниц. Она очень стойкая, она очень такая интересная. Духи она напоминает вот прям сильный. Ну да, у нее сильный аромат. На самом деле для меня это если сильный аромат. Я беру полегче. Чуть-чуть совсем, знаете, вот если летом или днем чуть-чуть, потому что шлейф она такой оставляет прям мощный, ну в хорошем смысле. Ну если хотите сразить на повал, то да, пожалуйста. Да, это очень приятный женственный шлейф, это прям моя любимая. И знаете, почему я ее взяла? Вот никогда не поверите, потому что она идет по каталогу 2200, это вот по вот этим буклетикам, а в приложении вот для консультанта 1800, но потому что я сделала первый заказ, который еще пока не пришел, к сожалению, у меня была скидка как для новичка 50% на любой продукт, кроме wellness и серии. Но я решила брать, потому что неизвестно, будет у меня она потом или нет, но на начальном этапе... Это прям... только у новичков была скидка 50%. Да. Это у нас праймер. Это классная штучка. Сейчас проверю, для глаз или для лица. Это для лица. Для лица, да. Есть у нас также праймер для век. Для чего мы используем праймер? Праймер наносим под макияж, на основной крем. Если вы не пользуетесь основным кремом, да, основной уход, то можете, в принципе, наносить его просто на сухую очищенную кожу. Он минимизирует поры, он делает идеально гладкое лицо, такое отшлифованное, как скорлупа яичная. И потом наносите любой тональный крем, он идет. Вообще, праймер это крутой. Как защита для своей кожи. Да, еще есть праймер Novage. Тоже. Он вот тоже я думаю, крутой. О нем пока еще не стала заказывать. Он пока без скидок идет, у него цена там поэтому около 1500 рублей. Но бывает на него скидки, он бывает по 700 рублей. Это очень там редко. Большой, наверное, какой-то флакон, почему 30 700? Миллилитров. Нет, просто очень хороший? Да, просто компания нас иногда балует, делает очень вкусные предложения для нас. Мы, конечно, ими берем. Пользуемся, да. Но этот праймер ничем не хуже, на самом деле. Мне он тоже очень нравится, мы часто его используем. Когда делаем мейкап. Вот и что еще есть? О, еще одна помада. Да. По-моему, даже тоже я брала вторую тоже с таким, потому что там две пакции. Нюдовый оттеночек. Как раз для любительниц, кто любит естественный образ. Увлажняйте губки, обязательно увлажняйте. Неважно, там наше это будет средство или какое-то любое, чтобы губки были увлажненные. Тогда эта помада будет идеально ложиться. Да, и ложиться, и носиться весь день. В общем, классно. Я хочу сказать, что я же два бустера брала, точно. Вот. Вот этот бустер, это как раз дает сияние кожи, жизненность, энергию. Он такой прям, как витаминный комплекс для вашей кожи. Коробочку покажу. Вы можете его использовать также в любой крем, абсолютно. Здесь нет ограничений. Неважно, какой это будет крем, матирующий или это будет крем комбинированный. Тоже в крем, сухой. Да, добавлять? Да, это прям разовую дозу на ладошку, капельку крема, капельку бустера на крем. Размешали, нанесли. Все. Ну, все очень легко и просто. Для той части лица, где нужно вот именно сияние. Можете хоть. Вот сияние добавляем везде, даже на шею. Да? Это классный витаминный комплекс. Вот здесь вы можете переборщить, просто будет некомфортно. Будет прям слишком сухо. Оно как стягивать будет, да. А вот это вот будет очень-очень даже приемлемо. Оля, это еще не все. Давай. Она в шоке. Вот это блеск, это стойкий. На самом деле это стойкий блеск для губ.
он такой... Именно блеск. Это блеск. Нет, это будет блеск. Он будет стойкий, он не растекается. Даже если вы любите карандаш, он не разбежится по всем там морщинкам, не морщинкам. В общем, это идеальное средство, которое у вас будет 6 часов, если, конечно же, вы не будете там кушать, там чай, кофе пить. Нет, но он все равно имеет стойкость даже после чашки чая. Вот я проверяла на себе, и все-таки оно не слазит так быстро, как обычный блеск, который там. Согласна, но просто вот такой эффект, как будто только-только накрасила, да, если ты в течение там 6 часов ходишь, ну, ничего не делаешь. Где-то ты вот по делам, да, не было перекуса, но ты при этом общаешься. Блеск не съедается. Есть даже такие помады, которые ты там общаешься в течение 2 часов, у тебя помада. Ну, ты знаешь, у меня в косметичке я их всегда ношу, то есть я знаю, что вот это блеск, крутой блеск. Мне блеск ушел, вот сейчас... я его подкрасила, и я всегда блещу, как будто только-только. Да, то есть из этой серии, вот у них, они обновили просто у нас серии блесков, прям там есть... Вот я не пробовала его. И с перламутром есть там, ну, как гламшайн, да. Они очень крутые, мне все они понравились, у меня вот прям они любимые. И они не липкие, вот что мне хочу нравится, проверить как стойкий раз блеск, это, который не нету вот этого липкости, да. Вот это вот это самое для меня важно, я не люблю эффект липкости. Может, ну, честно я скажу, я фанат, конечно, матовых помад, но на самом деле сейчас я смотрю, в трендах очень естественный такой легкий макияж, поэтому, конечно, я взяла и блеск, если, конечно, он мне понравится, потому что я еще его не пробовала, если мне подойдет именно вот эта линейка, блеска, то скорее всего я закажу еще пару оттенков, мне там понравилось, и даже один вот этот с Glam Shine, вот этот вот эффект, да. Немножечко голографический такой, он прям переливается на свету, но надо пробовать, потому что я честно скажу, это прям для меня новое, но она, по-моему, только-только и недавно и появилась у вас в каталогах, то есть ее недавно обновили, еще мало серию, кто тестировал, очень, очень круто. Еще нам остановлюсь на минутку, да. На по поводу матовых помад, сейчас у нас отличная акция, у нас новый тональный крем 10 оттенков, вообще крутой крем. Я сейчас немножечко про него расскажу. Вот такой вот. При заказе этого тонального крема вам идет матовая помада в подарок. Она стойкая, она мягкая, она очень крутая. Хотя она 300 рублей, да, отдельно стоит? Отдельно, да. Но здесь надо указать код какой, и он будет по нулям у вас в накладной. Ну да, классно. Покажу, единовременно покажу насыщенный цвет. Это самый-самый-самый. Ух ты, какой-то прям аж бордо-бордо. Да, это глубокий сливовый. Но он классный. Он на губах очень хорошо смотрится. Интересно, кому он подойдет? Просто мне он очень круто подходит. Я не роковая женщина, я кто, не представляю. Кто темненький, вот им хорошо. Ну, надо смотреть. Контрастировать. По поводу тонального крема. Я сейчас расскажу про него все вкусности, да, все фишечки. Он наносится очень легко. Мне по текстуре он напомнил как биби. Покажи поближе вот камере. Можешь уже попробовать, чтобы ты понимала мягкость. Он прям мягкий, он стойкий. Слушай, а правда такая прям бархатистая у него текстура? Он держится 30 часов. И плотный. Я почему-то думала, что он будет потому что он стойкий. И самое важное, что это умная тональная основа. А в чем с ее адаптацией. Умность? Да, она адаптируется, это первый момент. И второй момент, она удерживает влагу. То есть с окружающей среды она влагу берет. И когда наша кожа сухая, она ей отдает. Но надо основу. Оттенок подбирать, девчонки. Да, 10 оттенков очень много, как большая палитра. Поэтому... Этот немножко, видите, как мир... Для меня немножко под мой цвет мертвечины. Да, вот. Ну, потому что это и для, есть типа, холодный. Это опять-таки надо подбирать. А так, в принципе, ну вот по тому, как оно ложится... Очень ничего. А, слушай, ты не сказала, он же пахнет. Он очень вкусно пахнет. Он пахнет очень не просто приятно. Тональным кремом, а каким-то вот прям парфюмированным средством. Не знаю, как передать. Но очень тонкий аромат, да, у него. Да, свежесть хороший. Какая-то. Хотите, вот просто мажьтесь на запястье и нюхайте целый день. Но это я в шутку, конечно. Ну, все. Да. Что, все? Как ни странно, но все. Да, а коробка. Вот эта штучка у тебя что такое? Доставай. А давай покажем, что это. Какой-то интересный у тебя, Софик. Я это не заказывала именно по такой вот коллекции. Это моя акция с первого каталога. Я тебе расскажу, что это. За то, что ты зарегистрировалась и разместила свой первый заказ больше, чем на 50 баллов. Ну, там было на 50 баллов. Ну, это в честь 8 марта я уже рассказывала, то, что я заказала. Ты получаешь всего. Вот такие вот косметички. Почему косметички? Потому что там их несколько? Их три. Да ладно? Да. Похоже на одну большую. На самом деле, Oriflame выпустил буквально вот это первое, то, что мы держим в руках. Они свой бренд выпустили. Эксклюзивные сумочки, эксклюзивные косметички. Сейчас в акции у нас идут как раз сумочки. Это кожа, походу, какой плотный материал. Она очень качественная, очень крутая.
Вот. Я сейчас аккуратненько буду вытаскивать. Они одинакового размера или меньше? Нет, все разные, все. Круто. Вот смотри, вот одна тебе. Я уже думаю, что я крем туда положу. Сейчас вторую покажем. Посмотрите, как они упаковывают, чтобы все было аккуратно, чтобы ничто не поцарапалось. Вау. Ну, вот просто насколько шведы все у нас. У меня была сумка с похожим, получается, вот по тактильному ощущению, вот наполнение материала. А это уже гладкая. Вы можете ходить как с одной, как со всеми. Очень удобно. И, конечно, вот мне понравилось очень. Белая? Беленькая, да. Я любитель всего светлого. Я такая. Что тут вот мне нравится вообще. Все как положено. А мне цвет желтый понравился. Вот ты знаешь, вот если горчичный, все такое, да, горчичный такой оттенок, если все такое вот в стиле, да, вот продумать, выдержать, то отличный аксессуар. Правда, это же сумочки будет. Я так понимаю, вряд ли мы будем ходить. Как клатчик можно его. Ну или как. Да. Если у тебя сумочка побольше, берешь сюда, складываешь все пробнички. Угу. Да? Ну да. Ну там, кстати, помада, блеск. Лучше пока крема. Купальник летом положил и пошел. Слушай, такой лайфхак я еще не видела. Ну почему? Пакетиками. Конечно. Что там, купальник много места занимает. Ну, положил его. Так как он у нас после моря больше становится, можно на обратный путь уже укладывать купальник в эту сумочку. И будет все модно и красиво. Поэтому вот такие подарочки для тебя. И я так понимаю, что это в каждом заказе или это только в раз в заказ? Это когда начинается у нас рекрутинговая кампания. Сейчас идет кампания на сумочки, чемоданы. Вот такая вот крутейшая, да? А это вот эта же фирма, которая мне, да, вот эти косметички. Да, это эксклюзивный бренд именно от Oriflame. Они разработали уже свой бренд, свои сумочки. Если раньше были посредники какие-то, да, то сейчас уже все это свое эксклюзивное. Просто пользуйтесь для себя, да, экономьте свой, как бюджет. Как я не собираюсь. Потому что работать я собираюсь. Да, компания очень хорошо дарит подарки, очень много. Она благодарит своих новых партнеров. Угу. Между прочим, новичкам всегда плюшек больше, чем уже тем, кто, да, работает дольше. Да, я знаю. 10 лет назад у меня были все топовые сумочки. Набор пробников, кстати, сейчас вот он выпускается. Да, он тоже выпускается. Когда-нибудь. Или это тоже только для новичков? Для новичков. О, первые 21 ну день. Вот. Бесплатные. Ну также вот для новичков, посмотрите, какие шикарные наборы по 199 рублей. Вы совершаете покупки там где-то в районе 4000 рублей, и получаете один из наборов за 199. Важно 4 раза подряд сделать, чтобы получить все наборы. Не, ну ты так не пугай. 4000 рублей для нас это большая психологическая сумма. Как эти 4000 в принципе набрать? У вас по-любому кто-то там пользуется, знакомые, родственники, друзья? Да, можно совместные просто покупки. Сейчас очень по цене модно консультанта предлагайте, покупки. Не по цене каталога, зачем им переплачивать. Да. То есть вам это интересно получить, вы по цене вашей консультантской просто предлагаете, кто-то захочет, что-то закажет, туда-сюда, раз-раз, и уже 4000 набегает, хотя вы, по сути, себе чуть-чуть заказали, чуть-чуть потратились. Но здесь другие очень просто делать. Элементарно, просто что у меня в ванной, да, что у меня заканчивается. Та же паста, тот же шампунь, тот же крем. Вот, пожалуйста, список составлен. Почему мы не можем сразу там организовать себя? Потому что у нас нет четко отложенной суммы, там, пойти в магазин и купить там крем, помаду, тушь, да. Мы просто идем и берем. Ну, как это обычно происходит. А когда мы знаем, что у нас заканчивается, мы посмотрели, сэкономили 20%, получили еще плюшки, также можем подарить подружке такую же скидку, и она также с удовольствием закажет ту же самую тушь, ну, да, которая крутейшая, и у нас сейчас идут также такие же акции. Да. Я вот, кстати, наверное, думаю, закажу или не закажу, пока не стала заказывать, потому что еще не вечер. Это самая крутая тушь, которая есть в компании. Легендарная. Да, она каждые 3 секунды продается в мире. Это то, что я не знаю, до сих пор не знаю, потому что на протяжении вот 10 лет, сколько я вообще знаю про эту компанию, я слышала, но ни разу не пробовала, потому что меня так просто не заставит что-то похожее. Линейка Wellness. Это для тех ребят, кто поддерживает здоровый образ жизни. Wellness – это наше долголетие. Wellness – это наше все. Если вы серьезно задумываетесь о своей жизни, о долголетии, о красоте изнутри, то, пожалуйста, просто употребляйте ежедневно один пакетик витаминов и одну порцию коктейля. Я вам покажу просто комплекс. Также есть отдельные у нас линейки. У нас вот такой вот комплекс Wellness Life. Здесь витамины и коктейли. Одной порции достаточно, чтобы поддерживать свой организм, чтобы поддерживать красоту изнутри, чтобы
Организм работал как часы. Эффект накопительный. Полтора года пьете, полтора года у вас обновляется полностью организм. Это круто. Вы меньше болеете, вы стрессоустойчивы, у вас волосы, ногти, кожа в порядке. В общем, это все очень круто. Также новый у нас пребиотический напиток. Он только-только вышел, я его сегодня только потестировала. Тестировала? Да, он очень я, вкусный. Я, кстати, тоже попробую, но без камеры, потому что я не знаю свой реакцию. На самом деле он безвкусный. А, чуть-чуть легкий аромат брокколи или даже смесь огурчика. Ну, вообще очень легкий он такой. А, то есть прям как огуречный такой. Нет, легкий. Ты там даже не почувствуешь. Его, чтобы почувствовать, надо прям, я не знаю, как его распробовать. Это для кишечника? А как вода, да, это для кишечника. У кого... проблема вообще по статистике в России у всех проблемы. Гастрит, да, это на самом деле это крутое средство, крутой напиток. Мы его очень-очень ждали. И... Но он накопительный или он здесь и сейчас? Как это накопительный тоже эффект. Да, это очень классно, потому что твой организм начинает работать правильно, твой кишечник начинает работать так, как надо. Как угу. Это задумано природой, а не так, как мы ее кормим. Ну, всякой, так как только он поступил, еще пока да? Сложно делать выводы, я думаю, за первое применение. Я доверяю абсолютно этой линейке, потому что я пью wellness, не именно этот напиток, другой, я пью wellness на протяжении уже 5 лет. Я очень довольна, потому что это сказывается на мне. Ну, я думаю, видно, да, возраст. Ну, вообще-то, да, вот, кстати, если бы не знать, вот, да, сколько лет, то вообще никогда не сказала. Вот, поэтому, а сейчас напиток этот, я очень обрадовалась, потому что, во-первых, для себя я его очень хотела, во-вторых, у кого проблемы со стулом, да, можно так сказать. Мягко говоря, да. Да, будет чаще ходить, ну, ходить правильно, не так, что там приспичило, побежало, да. Просто больше очищаться будет, и ваша флора будет в порядке, и ваше самочувствие будет отлично. То есть нету тяжести, нету изжоги, это все очень прекрасно, вы будете себя прекрасно, отлично чувствовать. А вот мерная ложка там прилагалась? Нет, мерной ложки нету, здесь доза 1,5 чайной ложечки на стакан водички. Я сегодня делала теплую воду, очень приятно пьется. Комфортно. Нету отторжения прям такого. Вообще прям... не, он без запаха. Ты его пьешь как воду, просто цвет зеленый. А. Ну, цвет зеленый меня не пугает. Всё. Меня вот пугает, больше знаешь, похоже никаких на морские этих... водоросли. Вот я нет, просто вижу. Нет, здесь нет, нет. Просто... Там водоросли нету. Ну, это идет лист салата, идет брокколи, а. Там шпинат. Все зелененькое, да, в общем? Да. И перец. Зеленый болгарский перец. Все, просто это в мелкую. Смотри, я слышала о капсулах, которые, получается, улучшают рост волос. Почему слышала? Мне мама вчера позвонила и сказала, что у нее на работе девочка пьет. Но это хочу от тебя услышать, потому что я не знаю, что это. Это тоже БАДы идут. Это не капсулы, они идут вот в такой форме. Вот такие таблеточки. Вот таблеточки, да. Нужно пить по 2 таблетки в день. А за раз или там как-то... Ну, вообще за раз. Что, поела и выпила. Не будет передозировки? Нет, здесь передозировки нет вообще абсолютно, потому что это БАД. Это ж не лекарство. Разница в чем? Лекарств и БАДов, знаешь, в чем разница? Ну, БАДы ты же не лечишь ими, ничего. Да, БАДы это поддержание. Это... И как отличить хороший БАД от плохого БАДа или от химии? Это тоже очень привлекательно. Если ты пьешь БАД-химию, тогда у тебя меняется цвет мочи, запах мочи. Угу. Он пахнет такой витаминами. Это химия стопроцентная. Как таблетки, да, вот антибиотики? Да, пьешь. Вот прям, когда таблетки пьешь, пахнет моча лекарством. Ой, ужас. Это химия. Когда БАДы пьешь, wellness, ты ходишь абсолютно нормально, ни цвет не меняется, ни здесь вообще суточная норма. Но вот по нашим результатам, по нашим отзывам, по нашим тестам на себе лично, курс 4 пачки. 4 пачки, в смысле 4 месяца или на сколько вообще? На 21 день. А, то есть каталог на каталог, да? Да, здесь все на каталог рассчитано. Но вообще очень крутые витаминки на самом деле. И они реально работают. Вы уже через месяц уже это все увидите, испытаете, почувствуете. Прям отрастут? И растут, и ногти укрепляются. Ребят, кто за то, чтобы я реально на себе протестировала, вот прям по-честному, вот как оно есть, потому что я вот честно отношусь смотри, к вот этому даже, скептически, вот, не вот знаю, у как у меня волосы, я после родов, да, тоже пила их, вот, отросли. Это твои? Ну, естественно. Краш? А, или нет, это мои. Вот это вот мои. И даже вот когда укладку делаешь, немножко неудобно, потому что они вот так торчат уже тебе. Это да, и зато у тебя объем прически увеличится, потому что тут на голове она тоже уже поотрастала, но просто вот так не торчит, естественно. Будет пушок, готовьтесь. Не, на самом деле волосы становятся гуще.
Это вот правда. А давай, в общем, тогда спросим у людей. Я думаю, что раз много кто пользуется Oriflame, я уверена, что кто-то один из 18 тысяч по-любому вот этот комплекс себе брал, да, пропивал курс. Во-первых, я, наверное, со следующего каталога все-таки решусь и попробую. Ну, даже мама мне позвонила вчера и сказала, что у нас девочка 26 лет, моя ровесница, пьет, и она прям там волосы тоже всем свои показывает. В общем, походу, вот этот эффект сработал в визуальности. Я надеюсь, что, ну, по крайней мере, протестируем. Разочарует, не разочарует, я не знаю. А если кто-то из вас пил вот эти вот БАДы, обязательно напиши. Ну, в общем, я так поняла, что по wellness это понятно. То есть надо более детально все-таки консультироваться, например, или с Ольгой, или с вашим, там, допустим, кто там с вами работает, да, в компании, да, чтобы больше узнавать, кому нужно, кому не нужно, подходит, не подходит. Так, ладно, с wellness разобрались. Тут у меня же куча каталогов, да, вот всяких разных, про wellness поговорили. Вообще, вот это пятый каталог, да? Да, это у нас уже новый пятый каталог. И я хочу сказать, Светочка, что у тебя отличная возможность будет получать плюшки дополнительные. Во-первых, ты получишь туалетную воду Люсия за 199 рублей. Ух ты, она вкусная? Она вкусная, она напоминает Жадор Диор. О, я пробовала, кстати. Это крутейший аромат, крутейший такой, такой тяжелый, такой классный. Да, это то, что нужно. Также немножко про новиночки скажу, можно? Давай. Нет. Ну, все равно же я его первый раз, этот каталог, вижу, заодно хоть да, ты чуть-чуть приоткрою. Расскажешь. Приоткрою великолепной скидки. Скидка на энергоблески. Это крутейшие наши помады. Такая скидка бывает раз в год, и губы сияют, прям круто. Поэтому обязательно берите, приобретайте себе такие. Ну, то есть, я их прям рекомендую. Есть смысл, да, попробовать, потестировать? Да. Хочу еще показать маску, но что-то я ее не могу найти. Угольную или обычную? Нет. Это будет распаривающая маска. Крутейшая маска спа. Вот. О, она. Такого еще не было. То есть это прям новинки пятого каталога? Да, это будет новинка пятого каталога, но я думаю, мы пораньше снимем обзор с этой маской. А, я тебе я чуть позже получу эту маску. Мы обязательно ее протестируем и уже расскажем результат. Вообще, эта серия мне очень нравится, и нареканий никогда к ней не было, претензий к ней нет. Она всегда прекрасно справляется со своими заявленными качествами. Вот. Способ нанесения. Нанесли маску на влажную кожу. Она распаривается. Эффект такого. А как часто надо делать маски? Ну, желательно. Вообще раз в неделю это как бы достаточно. Надолго хватит, да? Если человек конечно, раз заказал, ты распариваешь. Если кожа проблемная, вот прям распарил, да, нанес потом. Вот мне понравился этот каталог тем, я весь листать не буду, что здесь очень хорошие скидки на все маски. Я, кстати, заметила, в четвертом как-то там да, на другое. Именно то акцент вот на маске. Дело. Посмотрите, распарили грамотно, да, не нужно ходить к косметологу. Это факт. Вы распарили дома спокойненько, не нанося вреда. Нанесли любую маску. Либо глубокое очищение, либо именно черную угольную маску, которая... Здесь еще очень много вкусных плюшек. Я о них позже... Не я уже рассказывать буду, будет уже Света рассказывать. Ну да, я обзор думаю, будет. Что я буду вот, делать. Но я хочу тебе еще сказать, что так как у тебя такой шикарный заказ, ты выполнила 161 балл, да, это превосходно. Тебе компания в качестве такого бонуса, что ли, тебе начислили 900 рублей. И уже? Это, да, это очень с круто. С учетом, что 3% только, да, консультант? Да, это твоя, такая сказать, немедленная прибыль, это твой такой приятный бонус, приятный доход просто за сделанные покупки. Просто за то, что я пользуюсь продукцией. То есть да, я никого не приглашала, ничего. Вот сама пришла, заказала, и я так поняла, 900 рублей уже 900 есть. 900 рублей твои заработаны. В следующем, вот в этом каталоге, когда ты будешь размещать заказ, их уже спишут, у тебя это будет видно в накладной. Перед завершением заказа будет сумма заказа, скидка и итог. То есть на 900 рублей будет меньше. Слушай, ну это прям, знаешь, идеальная возможность, имея этот каталог, делать предзаказ. То есть вот просто показать, да, что-то понравится, ага, захотели. Так вот, таким образом собирать заявки, да, тем самым желающих. И уже ты формируешь заказ, ты примерно знаешь, сколько это тебе бонусов конечно, в следующем месяце. Конечно, а также нет, еще подарки, да, будут. Не обязательно самому все это скупать. Это я сейчас скупила, объясняю, потому что мне это все надо здесь и сейчас.
И да, вот сейчас расскажешь. И вот я просто почему рассказываю, то есть мне этого надолго хватит. Понятное дело, что в следующем каталоге я не захочу столько покупать, да и смысл столько тратиться. Но если я буду не одна покупать, там, не знаю, там, может, мама вторая что-то закажет, там, или у нее девчонки на работе, или там даже вот цены-то вообще сейчас, я так посмотрела уже краем глаза за 4 страницы, которые она переснула, но очень дешево. То есть даже дешевле, чем в этом Магнит Косметик. Поэтому я думаю, что просто собирая вот этот большой заказ, не только для себя, но и для других, вы тем самым продолжаете вот такие бонусы получать. А что это у тебя за буклет? Покажи. Это акция для всех партнеров компании, абсолютно для всех. Кто выполняет заказ на 50, либо на 75 баллов с текущего каталога, который у нас сейчас идет, с текущего, да? Угу. Он длится у нас до 28 марта. Все, кто оформляет заказ с текущего каталога на 50 или на 75 баллов, в следующем каталоге вы выбираете себе вот такой наборчик, один из, по специальной либо цене, со скидкой 50%, либо со скидкой 75%. Очень круто. Это вот 8 каталогов, и ты 8 наборов можешь делать. Но просто оно не 8 будет действовать. Нет, это один каталог, да. Здесь еще на обратной стороне тоже есть что-то такие наборчики. Там, да. Ножи. Сумочка, плед, парфюмированная, туалетная водичка с гелем для душа. Тоже очень привлекательный набор. Поэтому выгодно быть партнером компании. А сколько оно действует, вот это вот буклетик? Это только в следующем, в этом каталоге делаете заказ, в следующем вы забираете свой гарантированный. Да, гарантированный набор вы забираете. Это очень круто. Это ни к чему не обязывает. Хочешь забираешь, хочешь не забираешь. Ну, по-любому все заберу. Берут. Конечно. Самое интересное, что даже если вы пользуетесь на протяжении длительного времени, там делаете совместные покупки, даже по 900 рублей, у нас 17 зарплат в год, 17 каталогов. 900 рублей умножьте на 17. А, ну то есть это постоянно накапливает. Посмотрите, какую экономию вы делаете. Получается почти 17 тысяч. Ну да. 16-100. Угу. 16-100 есть куда потратить. Ах, это точно. Путевка. Нет, ну это сэкономленное, чтобы вы понимали. Да, это ваша экономия. Вы не в Магнит их отнесли просто, на покупая то же самое. Вы просто их, так сказать, сэкономили, не переплатив, а наоборот, сделав скидку. Да. И вы можете их потратить уже действительно туда, куда вам надо. То есть, а еще у меня же будет тоже скидка 50%, вот как я купила эти духи, потому что тут же тоже 150 баллов. Да, тем ребятам, партнерам, кто делает 150 баллов, у них раз в каталог дается скидка 50%. Но у нас бывают ситуационные программы, когда дают две 50% скидки. Сейчас второй скидки нет, есть одна. Скидка действует на всю продукцию, кроме линейки Wellness. Поэтому можно абсолютно... И на Novage, по-моему, не действует. Novage действует на единичный если только. Крем, там для век или для лица, или сыворотку. В общем, можно приобрести это обязательно. Ну, я к тебе приду, знаешь, зачем? В конце вот четвертого вот этого каталога ты до этого же его изучишь. Все-таки, так как я понимаю, что ты тут вообще гуру в ассортименте и в качестве, я без лести, ну, на да. самом деле, видно, что за так оно лет, и есть. За 5 лет, конечно. Просто, может быть, мне поможешь... практично что-то купить, не просто вот увидела, захотела, купила. То есть я к тебе приду конкретно за консультацией, не просто так, спрошу: Оль, что заказать в пятом каталоге, чтобы я не разочаровалась, и чтобы я это купила выгодно, и, ну, сопоставила с Магнитом, чтобы не переплатив, самое главное. Конечно, подберем, обязательно подберем, может, даже протестируем некоторые новинки, вот потому что наглядно. У меня приходит бьюти-бокс раз в каталог. Я буду к тебе раз в месяц, ну, грубо, раз в каталог. Каталог, да? Не, ладно, не раз в месяц. Каталог. Раз в 3 недели мы с тобой будем перед, ну вот в конце действующего, да, каталога и перед началом за следующего. За неделю до конца действующего каталога мы можем встречаться и проводить уже мастер-класс. Да, и будет рубрика «Что купить в будущем каталоге». Да. То есть просто вообще вот реально, я думаю, это будет актуально тем, кто также консультант, да, вот как я сейчас там ниша этого шкалы, да, вот прям новичок-новичок, просто чтобы вы знали, что выгодно, вот, потому что Оля знает, как, когда какие-то товары стоили больше, потому что я вот пришла, я просто знаю, что эти духи были всегда дорогими, поэтому я их взяла. Но Оля, она реально вот про блески, она сейчас сказала, что они там редко такие акции делают, да, то есть можно редко взять, вы же берете не каждый месяц, да, блески, вы возьмете блеск и будете пользоваться, пока он не закончится, но вы будете уже знать, что вы купили его не за 400 рублей, там, а за 179 рублей, а служить он будет равнозначно, что тот за 400, что этот за 179, то есть это выгодные покупки и грамотные покупки.
покупки то, что вам нужно, конечно, и чем вы пользуетесь. Конечно, грамотные, конечно, обязательно. А если вы просто будете партнером компании, у вас будет дисконт 20%. То есть партнерство ни к чему не обязывает совершенно. Вас, вы совершаете покупки тогда, когда вам нужно. И делайте столько, сколько вам нужно, а не так, что у вас есть какой-то план или какие-то там требования. Нет, вы совершаете то, что вам нужно. И это все легко доступно каждому. Угу. В общем, мы оставим с Олей номер консультанта, под которым можете зарегистрироваться и гарантированно попасть к Оле, потому что нашу команду. Ее команда, она будет нашим лицом бренда, потому что, ну а у кого я еще могу спросить по продукции, кроме как у человека, который здесь давно работает. Я уже сказала, что я не работать сюда пришла, я пришла сюда именно как потребитель. Я раньше так тоже делала, когда еще не работала в далеких годах. У меня были девочки, которые, да, вот также разносили каталоги, я у них консультировалась, да, они тоже хорошо разбирались в ассортименте. И вот спустя 10 лет, вновь придя в компанию, но для заказов уже для себя, я встретила тоже такого человека, и это на самом деле здорово. И специально для нас с вами, кто пользуется именно этой косметикой, кто не пользуется Oriflame и никогда не знал об этом качестве, вам, может быть, тоже будет интересно узнать о компании. А кто пользуется, там, допустим, другими сетевыми компаниями, там, ну, не будем их называть, они все и так известны, да. Вы можете тоже от интереса смотреть, потому что вы-то тоже в своей там продукции разбирайтесь, может быть, что-то окажется. Если у вас, смотрите, негативные какие-то ассоциации с Oriflame, то мы здесь никого не призываем работать, мы никого не рекрутируем, мы здесь обозреваем реально продукцию, показываем, и ну, я человек-скептик, а этот человек-практик, поэтому здесь такой комбо, у меня всегда есть сомнения, я всегда, конечно, буду переспрашивать, потому что я пока не увижу на себе, не прочувствую, не пойму. А Оля будет экспертом в плане того, что она разбирается в ассортименте компании, она разбирается в качестве продукции, которую выпускает компания Oriflame, то есть мне с ней будет интересно и выгодно, потому что она знает скидки. Если вы тоже хотите присоединиться, именно тоже покупать в Oriflame, без проблем регистрируйтесь. Если нет, то смотрите хотя бы для ну, разнообразия своей жизни и хотя бы будете знать об информации. Этой компании. Да, вот. Ну, а теперь точно все. Спасибо, Оля, а то я задержалась, так интересно было. Все, хочу быстрее и скорее тестировать, потому что очень много интересной информации узнала полезной. В общем, будем проверять. Следите за видео, а будут обзоры и тестирования лично на мне. Вот, поэтому будет интересно. Всем пока-пока. Пока-пока.